Всем привет, это Prezarium.ru. Сейчас мы наконец определим победителя в акции с iPhone 4S. Кстати, у нас на вторник, 4 сентября, планируют запуск новой суперакции, где будет целых 1000 победителей. Так что заходите, это немножко скрасит начало, для многих начало учебного Нового года. Итак, 19184 участника в акции, и они расположились на 240 страницах. Итак, с первой по 240-ю страницу вводим на сайте random.org. Ну, это сайт, как обычно, с нами никак не связан. Рандом, полный рандом, то есть цифры все случайные. Итак, выясняем страницу, на которой находится победитель. Это 124. Страница номер 124. Да, вот она. Значит, на ней участники под номерами 9841 до 9940. Generate 9916. И это у нас Ксюша Тихомирова. Ксюша Тихомирова. Смотрим, выполнились требования. Итак, первое это фотографии. Так, ну это явно не Ксюша. Ну, может, Ксюша, но, по-моему, это типа Адри-тату какая-то. Ну. Так, ну вот Ксюша явно, да, фотографии реальные, нареканий не вызывает, друзей хватает, запись есть, и в группе она состоит. Ну, на всякий случай еще раз проверим, может быть, только там, какой-то, на всякий случай, всякое бывает. Ой, не то, где у нас... Да, вот. Да. Ксюша есть в группе, поэтому, Ксюша, мы поздравляем вас от Prezarium.ru. Вы получаете вот такой вот iPhone 4S на 16 гигабайт в подарок. О том, как получить приз, напишите, пожалуйста, нашему менеджеру Виктору Бабицкому, его контакты есть в нашей группе vk.com/Prezarium, и он расскажет, как получить приз. Всем спасибо, всем удачи. Участвуйте в акциях, подписывайтесь, акций все больше и больше, все больше магазинов нам приходит, и, в общем, участвуйте. Спасибо.